В проверке участвовали сотрудники Главного управления строительного надзора Московской области совместно с Федеральной миграционной службой. Объектом контроля стал строящийся крупный логистический центр, расположенный на территории деревни Горки. Закрыто все. На сегодняшний день поутру, значит, рабочих на площадке не установлено. Площадка, видно, что застраивается, но, скорее всего, люди были предупреждены и были напуганы. По словам присутствующего на строительной площадке сотрудника, работы начинаются с 8 утра, и пока здесь никого. Но даже если строители, работающие незаконно, были предупреждены, то это далеко не последняя проверка. Плановые проверки с ФМС у нас намечены на весь месяц. Вот у нас первая проверка по Подольскому району. Он будет идти где-то неделю. Значит, следующая проверка у нас будет в пятницу и последующую неделю. И так по всей области. На прошлой неделе Федеральной миграционной службой было выявлено порядка 125 мигрантов. Из них половина нелегально находились на стройплощадках. Именно это и стало причиной проверок, которые начаты в области. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.